الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اس آیت کا ترجمہ ہے یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتے ہیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ воистину повелевает вам Аллах чтобы возвращали вы доверенные владельцам их и когда вы судите между людьми чтобы судили вы по справедливости воистину как прекрасно то чем Аллах увещевает вас воистину Аллах всеслышащий всевидящий сура ан-Ниса аят 59 جماعت میں انتخابات کا سال ہے Этот год, как знают все общины мира, является годом выборов руководства общин, которые проходят через каждые три года. Во время этих выборов выбираются главы общин, президенты местных общин и другие служители общины. В некоторых общинах уже начались эти выборы. В больших общинах состоятся выборы маджлис-интихаб, избирательные комитеты. А затем будут выбираться должностные лица общин. Словом, эти выборы очень важны для правильной организации работы структуры общины. И для этого необходимо выбрать достойных людей, чтобы они соответствовали своей должности. И это, то есть выборы, является таким важным делом, что Всевышний Аллах обратил на них внимание верующих в священном Коране и подробно рассказал о том, каких людей вы должны выбирать на должности. И он обратил внимание занимающих должности на то, что они не просто должны занимать какие-то должности, но и выполнять связанные с ними функции. Потому что в случае невыполнения своих обязанностей вы вызываете на себя гнев Всевышнего Аллаха. В аяте, который я прочитал, говорит Хузур в начале проповеди, об этом рассказано очень ясно. В этом аяте в первую очередь говорится об обязанности голосующих.
обязанность выбирать является доверенным вам. Поэтому выбирайте того человека, который, по вашему мнению, является самым лучшим. И до голосования внимательно посмотрите, достоин ли этой должности тот, за кого вы голосуете или нет. Способен он выполнить свои обязанности на этой должности или нет. На вас возложена очень большая обязанность выбирать человека и предлагать его халифу времени для утверждения его на какой-то должности. И чем больше эта должность, тем больше вам следует молиться и размышлять над этим. Не должно быть такого, чтобы голосовать за кого-то только потому, что он нравится, или за того, что кто является близким, или кем-то из родственников, или из шейхов, или из джатов, или из чаудриев, или из сиитов, или из ханханов, или из раджпутов. На пути выборов не должна стоять принадлежность ни к одной касте. В случае невыполнения какими-то должностными лицами своих обязанностей должным образом, Всевышний Аллах спрашивает не только с должностных лиц, но и с тех, кто их выбирал, за то, что они неправильно использовали свое право голосовать. В конце аята Всевышний Аллах говорит: «Воистину, Аллах Всеслышащий, Всевидящий». Он сказал это для тех, кто голосует на основании недостаточной информации о каком-то человеке, но они должны молиться со словами: «О Аллах, даруй мне возможность проголосовать за того человека, который в твоих глазах является самым лучшим для этой должности». И Всевышний Аллах, который является Всеслышащим, Всевидящим, отвечает на мольбу, обращенную к нему с добрым намерением. Он видит глубинную суть ваших поступков, и обмануть его невозможно. Он знает содержимое сердец. Поэтому, когда община верующих, обращаясь с мольбами ко Всевышнему Аллаху, выбирает должностных лиц, то Всевышний Аллах помогает верующим. В системе нашей общины существует традиция, что перед каждым делом мы обращаемся с мольбой ко Всевышнему Аллаху. Мы начинаем свою работу с мольбы, и перед выборами тоже произносится мольба. Если выбор совершается с искренностью, прося назидание Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах дарует свою милость и благословение. Поэтому каждый голосующий должен осознать важность своей обязанности голосовать, и голосовать за человека не потому, что он... что имеете к нему склонность, не потому, что он вам нравится, не потому, что между вами существуют личные отношения, а голосовать за того человека, который больше всех подходит для этой работы. Те, кто уже давно вообще не знают о системе выборов в общине, но для новообращенных и молодых членов общины тоже должно быть ясно, что они голосуют на выборах, но окончательное решение принимает халиф времени. И иногда, несмотря на большое количество голосов за какого-то человека, назначается какой-то другой человек. Пусть будет ясно, что во время выборов местных должностных лиц у главы общины есть право принимать окончательные решения. Но иногда халиф времени может лишить его этого права. Глава общины имеет право не согласиться с какой-либо кандидатурой, несмотря на большое количество подданных за нее голосов. Но главы общин в целом должны уважать большое количество отданных голосов.
И заметьте для себя, что во время выборов, особенно в таких странах, как Англия и в других европейских странах, в Америке, Канаде и Австралии, главы общин имеют право изменить какие-то решения. Но в этом году главы общин тех стран, которые я назвал, в том случае, если они хотят изменить что-то после выборов, они должны просить у меня разрешение на изменение результатов выборов. Главы общин не будут иметь права менять что-то сами. Главы общин других стран, как Пакистана, Индии и других, могут получить подтверждение результатов выборов согласно существующим правилам. Но разрешение на утверждение результатов выборов некоторых должностей и комитетов общин стран дают центр общины, халиф времени. В этом аяте сказано, чтобы возвращали вы доверенные владельцами, и это относится к служителям общины. Есть такие должности, назначения на которые происходят без выборов. Например, такие как секретарь Риштаната, отдела, помогающего созданию семей. Есть некоторые отделения, в которых работа поручается людям без выборов. Если глава общины страны, президент местной общины или секретарь какого-то отделения дают кому-то работу, то они это делают не потому, что им нравится или что-то связывает. Напротив, они должны посмотреть на членов общины и выбрать человека, самого подходящего для этой должности. В ином случае это будет расцениваться как оказание предпочтения своим близким, и в исламе это не одобряется. Но если кто-то поручает работу какому-то своему другу или близкому, и очевидно, что он достоин этой работы, то те люди, которые имеют привычку возражать, не должны без какой-либо причины обвинять его в том, что он дал работу своему близкому. Быть родственником какого-либо служителя общины не является грехом. И по этой причине нельзя лишать его служения общине. Я, говорит Хузур, подробно объяснил это, потому что от некоторых людей приходят такого рода возражения. Затем Всевышний Аллах говорит в этом аяте служителям, чтобы судили вы по справедливости. Если не будет справедливости и будет отдаваться предпочтение своим, или с одного человека будет строго спрашиваться, а другого ни о чем не будет спрашивать, то в этом случае не устанавливается справедливость. А когда отсутствует справедливость, то в работе не будет благословения. И вместо хороших результатов появляются плохие результаты. Необходимость проявления справедливости относится не только к служителям общины, а к каждому члену общины. Вы со всеми должны устанавливать отношения, основанные на справедливости. И вы должны принимать решения на основе справедливости. Не должно быть такого, что к тому, кто является другом, близким, родственником или членом семьи, относится снисходительно, а к другим по-иному. Если появляются такие вещи, то они создают беспокойство в общине.
Также, когда халиф времени говорит, что нужно прислать отчет, то вы должны прислать правильный отчет, потому что есть повеление священного Корана, чтобы отсудили вы по справедливости. Но если отчет халифу времени не будет правильным, то халиф времени примет неправильное решение. И если он принял неправильное решение, то вместе с собой вы делаете его грешным. Поэтому всегда держите это в поле зрения относительно дел общины. Вы должны стараться делать каждую работу честно и хорошо обдумав. Словом, должность не является честью, а является большой ответственностью. И свои обязанности необходимо выполнять вместе с мольбами. Всевышний Аллах говорит, что Он всеслышащий, что Он всеслышащий, и Он слышит ваши мольбы, особенно те мольбы, с которыми вы обращаетесь к Нему для выполнения повелений Всевышнего Аллаха. В этом случае помощь Всевышнего Аллаха обязательно приходит. Всевышний Аллах видит и избирателя, и избранного в результате его выбора служителя общины. Если вы не будете выполнять свои обязанности, не будете принимать решения на основе справедливости и не будете делать свои дела должным образом, то в этом случае вы будете отвечать перед Всевышним Аллахом, который видит каждую вещь и говорит, что с вас будет спрошено. Каждый человек, которому поручается какая-то работа, должен обладать страхом перед Всевышним Аллахом. У людей есть большое желание иметь какую-то должность, но если бы они знали, какая это большая ответственность, и то, что невыполнение своих обязанностей может вызвать на себя гнев Всевышнего Аллаха и его наказание, то каждый служитель больше всех днем и ночью читал бы истихфар, спрашивал прощения Всевышнего Аллаха. Каждый служитель общины должен помнить, что после избрания в результате выборов или после утверждения его на должность, Он становится еще больше связан с обещанием Всевышнему Аллаху устанавливать справедливость. И в случае невыполнения своего обещания или в случае невыполнения своих обязанностей в соответствии со своими силами и способностями, это может вызвать недовольство Всевышнего Аллаха. Каждый служащий должен соблюдать права каждого члена общины и выполнять свои обязанности перед общиной, потому что каждый служитель общины должен думать о том, что он является служителем общины, и любая его слабость может повлиять на общину или опорочить ее имя. Поэтому он должен стать совершающим свое служение должным образом, соблюдая справедливость, и затем, устанавливая примеры в мирских делах, он должен устанавливать примеры в делах религии. Никто не может говорить, мои поступки являются моим личным делом, и я делаю то, что мне нравится, и эти мои поступки не имеют никакого отношения к общине, поэтому я свободен и могу делать, что хочу. Каждый служащий общины должен понять, что его личность, его дела связаны с интересами общины. Каждый служащий должен иметь такие мысли, и выбирающие должны выбирать людей с такими мыслями и стараться выбирать служащих с высоким уровнем богобоязненности.
Если мы притязаем на то, что для повышения своего уровня богобоязненности мы уверовали в имама времени и больше других уделяем внимание доверенному нам, нам необходимо выполнять свои обязанности, порученные нам общиной, с большим вниманием и заботой о них. Всевышний Аллах говорит, и те, которые доверены им и договоры свои соблюдающие. Сура Аль-Муминун, аят 9. Словом, каждый член общины должен помнить и соблюдать это повеление Всевышнего Аллаха в своем окружении. Он должен не просто формально выполнять доверенное ему дело, а глубоко изучив все его тонкости, посвящать себя ему с полной самоотдачей. Избиратели должны выбирать таких людей, которые так относятся к своим обязанностям. И избранные люди тоже должны стараться выполнять свои обязанности, используя все свои способности. Служащие общины всех уровней должны больше всех соблюдать обещания, отдавать предпочтение в вере перед миром. Как я уже сказал, говорит Хазур, многие люди имеют желание занять должность, но вы не должны иметь желание занять должность, потому что это противоречит учению ислама. Если у вас есть желание служить общине, то на любой порученной вам должности, вы, будучи служащим общины, должны помнить о том, что осуществление этого служения невозможно без выполнения своего обещания. Служить общине наилучшим образом. О том, как следует выполнять это обещание, какого уровня оно должно быть, Хазрат Абитаван и Мессия, алейхиссалам, говорит, Всевышний Аллах в этом аяте Всевышний Аллах в этом аяте и те, которые доверены ими договоры свои соблюдающие, говорит о тех людях, которые не только обладают тем достоинством, что они побороли желание своего нафса и одержали великую победу над ее страстями, но и стараются следовать по тонким путям богобоязненности, соблюдая все пункты своих договоров и доверенного им Богом и его созданиями. И они следуют по этому пути настолько, насколько у них хватает сил. Далее Абитаван и Мессия алейхиссалам говорит, слово «раун», соблюдающий, в арабском языке используется тогда, когда какой-либо человек в соответствии со своими силами и способностями избирает для себя следование по тонким путям какого-либо дела и учитывая все тонкости этого дела. То есть он хочет соблюдать все тонкости и не хочет оставить ни одной его тонкости. Словом, из этого аята следует, что те верующие, которые по возможности и в соответствии со своими силами следуют по тонким путям богобоязненности и не хотят оставить без внимания ни одной тонкости богобоязненности, которая относится к заключенным ими договорам и доверию им, хотят соблюдать все эти тонкости, они не радуются тому, что считаются достойными доверия и выполняющими обещания. Напротив, они боятся того, что могут случайно, сами того не зная, изменить доверенного им, то есть договору и своему обещанию. Поэтому они глубоко размышляют в соответствии со своими возможностями над каждым своим делом, чтобы в нем не появилось никакого недостатка. Другими словами, это и называется богобоязненность. Далее он говорит, суть этого состоит в том, что это те верующие, которые в своих делах и делах, относящихся к Богу и к Его творениям, не чувствуют себя свободными,
и ни от кого независимыми. Напротив, они боятся попасть под какое-либо обвинение Всевышнего Аллаха. Они внимательно соблюдают все свои договоры и все доверенное им. Они постоянно следят за тем, чтобы следовать своим обещаниям и выполнять доверенное им. И они, как под микроскопом, рассматривают следование своим обещаниям, чтобы незаметно для них самих в их обещаниях и в доверенном им не появилось какого-либо недостатка. И то, что верено, доверенное им Всевышним Аллахом, все свои силы, все свои органы, жизнь, богатство, честь, все остальное, они используют в своем окружении с большим вниманием и осторожностью, соблюдая богобоязненность, и они по мере своих сил и возможностей стараются выполнять с полной искренностью свои обещания Всевышнему Аллаху, которые они дали ему в то время, когда они уверовали в него. И в том, что им доверяют люди, они по мере своих сил и возможностей тоже соблюдают богобоязненность. Если возникает какой-то спор, то они разрешают его на основе богобоязненности, несмотря на то, что они могут понести какой-то ущерб. Далее он говорит, вся духовная красота человека заключается в следовании по тонким путям богобоязненности. Тонкие пути богобоязненности являются приятными чертами духовной красоты. Ясно, что необходимо соблюдать по возможности доверенное Всевышним Аллахом и обеты веры всеми своими с головы до пят силами и органами, к которым относятся такие видимые части тела, как глаза, уши, руки и ноги и другие части тела, а также скрытые внутри сердца и другие силы и нравственность. Следует по возможности использовать их правильным образом и удерживать их от использования неправильным образом и защищать их от тайных нападок страстей, а также соблюдать свои обязанности перед людьми. Это тот путь, которым связана вся духовная красота человека. Всевышний Аллах назвал богобоязненность одеянием, поэтому в Священном Коране используются слова «одеяние богобоязненности». Это указывает на то, что духовная красота и украшение духовностью создаются богобоязненностью. А богобоязненность состоит в том, что человек по возможности выполняет свои обязанности по отношению к доверенным Богом и выполняет все обеты веры, а также все обещания, данные им людям. Словом, до тех пор, пока не повышается уровень богобоязненности, невозможно выполнять свои обязанности в отношении доверенного и данных обещаний. Это доверенное, как сказал Хазрат Абитаван Мессия Алейхиссалам, принадлежит Всевышнему Аллаху и людям. И служитель общины считается выполняющим свои обязанности в отношении этих двух видов доверенного ему. Словом, говорит Хузур, я снова обращаю внимание членов общины, которые выбирают должностных лиц общины, что, обращаясь с мольбой ко Всевышнему, они должны выбирать таких людей, которые выполняют свои обязанности в отношении своих обещаний доверенного им. И это будет возможно только тогда, когда увеличится уровень богобоязненности общины. Когда увеличится уровень богобоязненности каждого избирателя, поэтому каждый член общины должен стараться увеличить свой уровень богобоязненности, признавая свои собственные ошибки. Как я уже сказал, говорит Хузур, члены общины будут выбирать служителей общины, и они будут избранных из членов общины. Поэтому сейчас, говорит Хузур, я хочу рассказать о тех некоторых достоинствах, которые должны быть в каждом из нас, являющимся верующим, и особенно служителях общины. Поскольку сейчас речь идет о соблюдении обещания, то если в общине увеличится уровень соблюдения обещания, то увеличится уровень соблюдения обещания и служителей общины.
тем обязанностям, в которых люди обычно проявляют слабость, относится невыполнение ими своих обещаний людям. Поэтому, если вам придется испытывать какие-то трудности в связи с невыполнением обещаний, то проявляйте терпение. И Хазрат Абитаванный Мессия Алейхиссалам сказал: вы должны стараться выполнять свои обязанности. В бизнесе заключается много договоров, и люди, склонные к обвинениям, сразу начинают обвинять других, как только они совершают ошибку, но при этом их собственные дела не отличаются чистотой, и по этой причине в обществе создается состояние смуты. Ислам является мирной религией. Ни в одной религии так много не сказано об этом, но среди мусульман можно найти много примеров нарушения обещаний и проявления смут. И по причине того, что мусульмане Ахмади живут в этом обществе, это оказывает влияние на них. Здесь идет речь о неисполнении обещаний не только в бизнесе, но вообще всех обещаний. Например, о невыполнении семейных обещаний, то есть обещаний между мужем и женой. Брак является договором, который тоже нарушается. Некоторые люди наилучшим образом совершают дела общины, но, как я уже неоднократно говорил, не выполняет своих обязанностей, связанных с семьей. Это тоже является нарушением своих обещаний. В глазах Всевышнего Аллаха они заслуживают наказания. Всевышний Аллах говорит: воистину, об обещании будет спрошено. Сура Бани Исраиля, аят 35. Всевышний Аллах рассказал об отличительном признаке доброго истинно верующего человека. И исполняющие обеты свои, когда обещают они. Сура Аль-Бакара, аят 178. Так что, если каждый член общины хочет выбрать достойный служитель общины, то он должен проанализировать то, до какой степени он выполняет свои обещания, до какой степени он выполняет свои обязанности в отношении доверенного ему. Затем Всевышний Аллах сказал: и не выискивайте недостатки у ближних, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Сура Аль-Худжурат, аят 12. То есть для создания красивого общества необходимо уважать чувства друг друга. Слова «не выискивайте недостатков» имеют очень широкое знамение. Мы видим, что некоторые служители общины не могут контролировать свои чувства, иногда они называют своих сотрудников и работников такими словами, которые наносят удар по их чувствам. И затем некоторые слабые верующие не только становятся противниками этого служителя общины, но и начинают ненавидеть систему общины. Всевышний Аллах говорит: не выискивайте недостатки. Эти слова имеют различные значения. Например, отталкивать кого-то, принуждать кого-то, избивать или обвинять кого-то, неправильно критиковать кого-то, искать слабости и недостатки в ком-то, говорить о ком-то неправильно или с кем-то разговаривать так, как ему не нравится. Словом, если служители общины не будут соблюдать эти вещи, то что может появиться в сердце этого человека, кроме чувства ненависти к этому служителю общины и ко всей общине? Всевышний Аллах, сказав: не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, обратил наше внимание на то,
что вместо того, чтобы назвать какого-либо человека такими прозвищами, которые ему не нравятся, проявлять уважение и почтение каждому человеку. Это является одним из важных качеств, которым должен обладать каждый человек. Каждый верующий должен соблюдать это для того, чтобы его поступки наполнили атмосферу в обществе любовью. Но особенно это должны соблюдать занимающие должности в общине. Затем у человека, занимающего какую-то должность в общине, должно быть еще одно достоинство. Он должен расходовать средства общины с большой осторожностью. Не должно быть никаких случаев расточительства. Поэтому в отделениях общины, особенно в тех, в которых есть большие расходы, и они имеют большие бюджеты, служащие общины должны стараться искать пути уменьшения расходов и при минимуме расходов стараться получить большую пользу. Например, есть отделение гостеприимства, отделение гостевого дома и отделение Джальс-Падана, ежегодного собрания общины. Гостеприимство, обетованное Мессией алейхиссалам, гостевые дома распространились почти по всему миру. Система поведения Джальс-Садана, ежегодное собрание, также распространилось по всему миру. Руководителям этих двух отделений общины нужно быть очень аккуратными в расходовании средств. Если даже бюджет позволяет совершать большие расходы, они должны стараться все внимательно изучить и минимизировать расходы. И это является правильным способом выполнение своих обязанностей в отношении доверенного. Хазрат Абитаванный Мессия Алейхиссалам не беспокоился о поступлении денег и их количестве. Он беспокоился о правильном использовании денег. Поэтому главы общин и занимающие должности люди должны обратить на это особое внимание. Есть еще одно качество, которое должно быть у служителя общины. Хотя это должно быть отличительным признаком каждого верующего, но те, кому поручены дела общины, должны бы больше других устраняться от суетных разговоров. Всевышний Аллах говорит, и те, которые от всего суетного отвращающиеся. Сура Аль-Муминун, аят 4. Те верующие, которые являются наилучшими верующими, должны обладать самым высоким уровнем богобоязненности, то есть они должны быть отвращающимися от всяких суетных вещей, не заниматься бесполезными разговорами, не участвовать в таких собраниях, на которых смеются над другими людьми. Есть такие служители общины, которые, сидя вместе, говорят о других и смеются над ними. Они должны избавиться от этого. Служители общины не должны участвовать в таких собраниях, на которых не соблюдаются религиозные традиции. Хазрат Абитаванный Мессия Алейхиссалам говорит, это означает, что верующим является тот человек, который отделяется от суетных отношений, а отделение себя от суетных отношений является средством устанавливания отношений со Всевышним Аллахом. То есть отвращение своего сердца от суетных вещей означает любовь к Богу. Таким образом, уровень богобоязненности увеличивается тогда, когда укрепляется связь со Всевышним Аллахом. Затем Всевышний Аллах говорит, скупость является такой вещью, которая не украшает верующего. Служитель общины должен оберегать себя от расточительства и не совершать лишних расходов. Это не означает, что вы должны стать жадным и скупым. Вы должны расходовать на то, в чем существует реальная потребность. Но не должно быть такого, чтобы на кого-то вы щедро расходовали, а на другого вообще ничего не расходовали. Служители общины должно присутствовать еще одно достоинство. Он должен быть сдерживающим гнев. Всевышний Аллах обратил наше внимание на это повеление. Несомненно, иногда в некоторых ситуациях проявляется гнев, и там, где присутствует интерес общины, иногда приходится проявлять гнев для исправления людей.
Но проявление гнева в мелочах и неуважение сущности общины к своим сотрудникам никогда не будет принято Всевышним Аллахом, и этого не должно быть в нем. Напротив, хороший служитель общины должен помнить повеление Всевышнего Аллаха. Он должен помнить повеление Всевышнего Аллаха и говорить людям добрые слова. Если служители общины будут следовать этому повелению, то те жалобы, которые приходят на служителей общины из некоторых мест, прекратятся сами собой. Еще одно достоинство служителя общины состоит в том, чтобы он поддерживал хорошие с людьми отношения, хорошие отношения с людьми, которые с ним работают. Должности в общине не являются мирскими должностями, чтобы между служителями были отношения, подобные мирским отношениям между начальником и его подчиненными. Каждый человек, который служит в общине, хотя он и подчиняется кому-то, но работает с душой, поэтому руководители должны хорошо относиться к своим сотрудникам. Если совершается какая-то ошибка, то они должны с любовью объяснить, а не спрашивать со своих подчиненных так строго, как спрашивают мирские начальники. Но если кто-то проявляет упрямство и бесстыдство до такой степени, что от этого страдает интерес общины, то его следует предупредить хорошим образом. Но если после этого он не прекратит, то отстраните его от работы и сообщите об этом вышестоящим руководителям. Также не должна создаваться такая атмосфера, чтобы в офисах или на других местах работы возникали группировки. Еще одним из высоких нравственных качеств служителей общины является проявление уважения к гостям. Это тоже является очень высоким нравственным качеством. Вы должны с уважением встретить человека и с уважением предложить ему место. Это очень важно. Вы должны стоя встречать человека, приходящего к вам в офис. Это нравственное качество должно быть у всех служителей общины. Это качество важно также для постоянных работников общины. От этого уважения людей к вам не уменьшается, а только увеличивается. Еще одним качеством служителей является искренность. Каждый мусульманин Ахмади должен сделать искренность частью своего характера. Но создание искренности в себе особенно важно для служителя общины. Всевышний Аллах говорит, «Не ходи по земле горделиво». Если Всевышнему Аллаху не нравится гордость в простом человеке, то гордость в тех людях, которые осуществляют служение ради Всевышнего Аллаха, тем более ему не нравится. Поэтому все служители общины должны все больше и больше увеличивать в себе это качество. И они должны с искренностью встречать каждого человека, который приходит к ним. И помните также особенно те служители, которые принимают решения, занимаются примирением людей, работают в комиссиях по исправлению нравственности и судах, по велению Всевышнего Аллаха. По велению Всевышнего Аллаха. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. Каждое решение должно приниматься на основе справедливости. Иногда ко мне приходят решения, говорит Хузур, я вижу, что они приняты без внимательного рассмотрения. И в результате возникает беспокойство у тех людей, относительно которых принято такое решение. Если какое-то решение принято на основании явных повелений шариата, то вы должны ясно написать на своем решении это повеление. И особенно судьи должны соблюдать это правило и писать на своем решении, что оно принято на основании такого-то повеления шариата. Также важно, чтобы служители и главы общины заботились о нуждающихся и бедных в своих районах. И не важно,
обратились ли к вам с просьбой о помощи или нет. Вы сами должны посмотреть на финансовое состояние членов своей общины, и это входит в обязанности глав общин стран и президентов общин. И еще одной большой обязанностью у каждого главы общины страны, каждого президента общины и каждого служителя общины является следование повелению Всевышнего Аллаха. Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого. Сура Аль-Имран, аят 111. Поэтому каждый служитель общины должен помнить это повеление. Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого. И это невозможно до тех пор, пока каждый служитель общины, проанализировав себя, не сделает так, что его слова и поступки будут совпадать, пока он не ищет тех путей богобоязненности, на которые Всевышний Аллах обратил наше внимание. Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам сказал о богобоязненности. Совершать только некоторые добрые дела и удерживаться от некоторых вещей с порицаемого не является богобоязненностью. Напротив, принятие всех видов добрых деяний и удержание от всех, даже самых мелких порицаемых вещей, является богобоязненностью. Это и есть те уровни духовности, приобретая которые, мы можем стать приказывающими к одобряемому и удерживающими от порицаемого. И можем стать выполняющими свои обязанности в отношении доверенного нам. Да дарует Всевышний Аллах всем членам общины, всем служителям общины, которых уже выбрали, и тем, которые будут выбраны, и мне тоже возможность и способность выполнять свои обещания и доверенное нам. Алхамдулиллах, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر